Данный конкурс проходит уже с 2013 года и очень себя положительно зарекомендовал, потому что студенты, которые принимают участие в данном конкурсе, с удовольствием участвуют, и победители едут на республиканский конкурс, который в этом году планируется проводить у нас на базе Университета гражданской защиты под городом Борисовым. Ну а в этом году участие принимали студенты Брестского государственного технического университета, Полесского государственного университета, Брестского государственного университета Пушкина и ребята из Барановичского государственного университета. И в огонь, и в воду, по воздуху и под землей. В ходе конкурса ребята имели дело совершенно со всеми стихиями. А проходил он на базе пожарно-аварийного спасательного отряда Брестского областного управления МЧС. Его организаторы поставили для себя задачу приобщить молодежь к здоровому образу жизни и познакомить студентов с работой спасателей. Ребята принимают участие именно в таких моментах, то есть живут реально жизнью спасателей. Как и ликвидация каких-то аварийно-спасательных аварий, спасение людей, медицинская подготовка, тактика специальная подготовка, потому что даже тоже принимает участие при тушении автомобиля. Студенты проходят полосу, подготовительную полосу, где также занимаются спасатели пожарные. Период подготовки. Этот турнир подготовлен совсем не на дилетантском уровне. Его состязания точно не назовешь конкурсами. Столкнувшись с ними, ребята в полной мере могут почувствовать себя настоящими спасателями и испытать на себе все сложности этой опасной профессии. На базе для ребят было подготовлено несколько точек заданий, таких как преодоление полосы препятствий, спасательная эстафета, ДТП, колодец, чрезвычайная ситуация в подземном переходе, оказание первой помощи и даже происшествие в квартире, из окна которого по тросу они должны были спустить пострадавшего. К конкурсу молодежь подошла действительно ответственно и серьезно. Они очень старались выполнить все задания в духе настоящих спасателей. Было видно, что ребят эта профессия заинтересовала. Быть может, спустя какое-то время кто-то из них даже захочет перепрофилироваться. Ведь получить второе высшее образование никогда не будет лишним. Не исключено, что некоторые из них все-таки свяжут свою судьбу с подразделением МЧС, со спасателем, поступят на второе высшее образование, университет гражданской защиты. По итогам соревнований третье место занял Полесский государственный университет, второе место – Брестский государственный технический университет. И кубок за первое место увезут с собой ребята из Барановичского государственного университета. Все очень понравилось, ребята активные, все на высшем уровне, проведение соревнований тоже на высшем уровне. Ну и, скажем, такая слаженная подготовка, планомерная, равномерная, ну и соответствующий результат. Первое место – победители областного этапа. Я очень рад за них, горд, молодцы. Это было очень тяжело и иногда даже страшно на некоторых конкурсах. Прям все равно было очень увлекательно, было очень много эмоций, особенно как я первый год была. Это очень все захватывающе и так неожиданно, что... Алена Миневич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.